Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и угадайте, где я прямо сейчас нахожусь. Хотя, чё угадывать, и так понятно, что я нахожусь на легендарном скайблоке, ребятки, ура-ура. Как же я соскучился по выживаниям в Майнкрафте, ребят, как же давно я реально не выживал. А то вечно эти деревни, эти жители, эти троллинги и так далее и тому подобное, я просто уже устал. Так давно просто не брал и не рубил деревце. Но сегодня я здесь для этого, ребята, сегодня мы просто спокойно с вами повыживаем нормально уже, без всякого ужаса на скайблоке, и нам будет хорошо. Все, меньше слов, больше дел хотел сказать, но нет, больше выживания, ребятки. Я только что скачал эту карту скайблока, даже не смотрел. Ну что тут смотреть, господи, типичный скайблок, ребятки, все стандартно, нарубить дерево, создать бесконечный генератор булыжника. Это, в принципе, я все знаю, потому что я уже 1000 раз выживал на всяких таких скайблоках. Так, в сундуке у нас... не понял. Погодите, а в чем прикол, а где вода, лава? Это что, троллинг, что ли, какой-то? Ребят, я не понял. Чё, создатель карты чё, с ума сошел, что ли? А чё за приколы тут исполняются? Я не понял, почему ведра пустые, ребятки? Где лава, где вода? Как я должен буду сделать генератор? Окей, ладно, может, это какая-то укороченная версия? Ну, погодите, тут у нас еще также лежит книга. В ней что написано? Задание, я так понимаю. Да, задание и... Один выполнено, два выполнено, три выполнено, четыре выполнено, пять выполнено. Чё? Я чё-то ничего не понял. В сундуке только три семечка, ничего нету. Ведра пустые, задания выполнены. Я не понял, на этой карте чё, уже кто-то играл? Странно, ребятки, дерево вроде целое было. Ладно, ребят, это максимально странно, если честно. Блин, а может закончить запись? Потому что я реально не знаю, что за бред происходит. Может нормальную карту скайблока скачать? А то тут делать-то нечего. Все, что я могу здесь сделать, это, не знаю, перекрафтить доски, создать верстак. Ну, то есть прям вообще по мелочи. Ну, наверное, мотыгу могу себе создать, потому что тут есть семена пшеницы. Только воды нифига нету, ребятки. Без воды мои огороды долго не протянут. И все, я получил одну ачивку. Что мне дальше на скайблоке делать? Дерево у меня кончилось, задания почему-то нету, ведро воды, лавы нету, все, выживание окончено, можно сказать, опа, а это что такое? Ребят, смотрите, сейчас приближу, окно, это, стоп, что? Смотрите, там кровать какая-то, что, чего, ребята, дверь, что она тут делает? Это максимально странно. Погодите, ребят, минуточку, мне нужно... У меня блоки есть? Да, отлично, у меня есть блоки. Давайте-ка на всякий случай для начала создадим меч. Ну, на всякий случай, кто знает, что может произойти, ребят. Это что за фигня такая, я не понял. Тут, смотрите, реально дверь. Ну-ка, в окошках что у нас? Кровать стоит. Там кто-то стоит, ребята! Там кто-то стоит, реально! Так, погодите минуточку, сейчас я туда зайду. Эй, что за фигня тут происходит? Нет, ребята, это алмазный стенд, хух. Привет! О, господи, уйди от меня! Уйди, стой на месте, у меня меч! И что, ты хочешь меня напугать деревянным мечом? Деда хочешь напугать? Дед, ё-моё, дед, стоп! Я же нахожусь в одиночной игре, вот я проверяю, нахожусь в одиночной игре. Ты что тут делаешь? В смысле, в какой то одиночной игре? Я тут играю на скайблоке, выживаю. В смысле на скайблоке выживаешь? Погоди минуточку. Я только что, вот буквально минут 40 назад, скачал эту карту и зашел на нее играть, скайблок. О, голова старая, зачем свою сетевую карту загрузил в интернет? Офигеть, я впервые с таким встречаюсь. Чего? Стоп, погоди минуточку. То есть ты хочешь сказать, что ты тут выживаешь? Да, уже 11 дней выживаю, все ачивки выполнил, вот развиваюсь. Погоди, ачивки, а случайно не 5 ачивок там было? Да, 5. Офигеть, слушай, я что получается, начал выживать на твоей карте? Капец, офигеть, я перепугался. А я, представляешь, скачиваю карту скайблока, начинаю играть, замечаю, что все уже как-то использовано, ведра пустые, ачивки выполнены, все добыто, все использовано, и нахожу вот эту дверь, какой-то странный дом здесь. А, просто это мой дом, я решил дерево не тратить на постройку, вот решил тут обжиться. Офигеть, ну, блин, извини, что, конечно, я зашел на твою карту, я просто серьезно не знал, просто скачал, надо было перед записью проверить, но я, к сожалению, что-то вот не проверил. Ладно, я выхожу уже. Стой, не выходи, пожалуйста. Да, что такое? Слушай, я немного уже староват, мне немножко уже тяжело играть, ты не мог бы мне помочь? Помочь? А с чем помочь? Да у меня есть тут пару заданий просто, но я действительно староват, а так, чё, ты зря, что ли, зашел? Вместе поиграем немножко. Ну, в принципе, да, чё добру пропадать. Ролик-то тем более я уже записываю, я уже играю, как говорится. Ну, блин, я хотел, правда, просто повыживать. Ну, давай, что такое? Ну, так ничего страшного, просто повыживаешь. В общем-то, смотри, у меня тут проблемка небольшая. Я староват, как ты видишь, мой скайблок не расширен, он маленький. Ты не мог бы мне помочь скайблок расширить, пожалуйста, предмет в сундуке?
Скайблок расширить? Ну ладно, в принципе могу, капец, а то я реально смотрю, ты вроде 11 день выживаешь, а у тебя скайблок классических размеров. Ну немножечко он, конечно, побольше, но, блин, классических размеров, никаких платформ нету, ничего нету. Потому что я стар, как говорится, все, что есть, это у меня в сундуке. Офигеть, а это что такое? О, это тоже можешь посмотреть, но сначала расширь скайблок. Так, ребята, мне капец, как интересно, что вот это вот такое. Я хочу посмотреть, похоже на какого-то робота с пушками, я реально очень-очень хочу посмотреть. Так, и давайте реально поможем. Без проблем, дед, сейчас мы тебе все тут расширим, сделаем побольше скайблок. Ребята, да, кто не знает, когда выживаешь на скайблоке, естественно, его нужно расширять. Потому что если не расширить скайблок, будет довольно-таки тесновато, будешь всегда с него падать, ну, короче, такое себе неудобно. Обычно все его расширяют либо землей, ее тут, конечно, маловато, ее используют обычно для фермы, либо расширяют вот непосредственно таким вот булыжником, потому что булыжника обычно на этой карте дофига, потому что делают генератор, кстати. А генератора-то у тебя нету? А, да, я сейчас его сделаю. Блин, а как он там делает? А, ладно, дед, отдыхай, я сам сделаю генератор булыжника, не переживай. Так, ладно, ребят, давайте поможем, в принципе, дедушке сделать генератор булыжника. Я помню, как он делается, ребятки, так что все нормально. Только я бы себе еще кирку скрафтил. Так, дед, мне нужны твои алмазы, я, пожалуй, тут себе кирку скрафчу алмазу, надеюсь, что ты не против. Как говорится, поэтому хоппа, ребятки, все, алмазная кирочка у меня есть. Так, давайте ломаем этот блок, и вот такую вот штуку тут выстраиваем. Теперь, смотрите, ребят, внимание, мы вот сюда вот с вами выливаем воды. Вот тут, господи, я лишний блок поставил. Сюда мы сейчас должны с вами вылить лавы. Но для начала нужно все закрыть, чтобы она тут, не дай бог, не пролилась, чтобы все было хорошо. Вот таким вот образом. Теперь у нас, по сути, опа-та-да! Можно, конечно, и вот сюда вот разлить, ребятки. Давайте это, в принципе, и сделаем, чтобы покомпактнее все было. Вот так вот. Все, в принципе, готовый, рабочий. Ой, господи, меня столкнуло. Я что-то чуть сам не забыл, как его строить, ребятки. Но вроде вспомнил, вроде все хорошо. Блин, уже получается нормальный, красивый, уютный, что немаловажно, скайблок. Поэтому давайте еще вот так вот обязательно тут все расширим, чтобы побольше места было у деда. Но мне больше всего интересно, что вот это вот такое. Ладно, давайте посмотрим и... Офигеть. Дед, ты где это нашел на скайблоке? А, извиняю, любовался алмазной броней. Ты про робота? А, да тут было много островов, я по ним ходил, и там был робот на одной из них. Я его перепаял, все забрал. Офигеть, ты простой человек, конечно. Огромного гигантского робота на скайблоке, ребят. Вы только посмотрите на него, погодите, дайте-ка я в него сяду. Офигеть, я в него сел! И он работает, ребят, прикиньте, он реально работает. Так, пойдите, я могу ходить с помощью него? И по сути, да, давайте-ка проверим. Нет, не могу ходить. Тут, видимо, как-то его нужно заряжать или что-то типа этого. Но ноги шевелятся, блин, я не знаю, как вам показать, ребят. Потому что, вон, видите, ноги с ними шевелятся. Ну, вы посмотрите, какие у меня мощные клешни. Ну, там какие-то крутилки, вертелки. Я не знаю, на самом деле, зачем они нужны. Вот эти вот все, ребят, кто знает, напишите в комментариях. Ё-моё, чуть не упал в самый-самый низ. Так, давайте сохраним это. Я капец как напугался. Сейчас бы потерял робота и все, конец. Меня бы дед грохнул потом этот. Ох, это трэш полнейший. Капец, ребята, робот крутой, просто жесть. Мне он очень понравился. Блин, прикольный дед робот, слушай. Да, ну можешь забрать себе. Спасибо тебе огромное за помощь, я без тебя не справился. Да, дед, ничего страшного. У тебя, смотрю, тут еще еды полно. Давай я тебе все выращу, господи. Что ты тут немножечко, так сказать, без еды. Я тем более сам уже кушать, если честно, хочу. Поэтому сейчас я без проблем все организую, все сделаю. Ребят, давайте, знаете, как сделаем? Вот чтобы по уму, так сказать, было. У нас же нет бесконечного генератора, так сказать, воды, поэтому делаем как есть. Вырастим вот тут вот немножечко еды. Я как фермер найду лазеечку всегда. Вырастим моркошечки, потому что, ой, господи, она немножечко питательная. У нас как немножко? Довольно-таки питательная, да? И вот тут вот тоже сломаем, в принципе, блок, и я поставлю сюда землю. Пусть тут тоже растет морковушка. Ой, господи, забыл скопать землю, тоже мне фермер, блин. Так, ладно, хорошо, нужно еще обязательно вырастить все костной мукой. Вот, так, вот таким вот образом. Вот, смотрите, как много моркови у меня уже. Ну и дерево что-то у деда мало, нужно, наверное, как-то уже, ребятки, пополнять запасы дерева, поэтому я его трачу вот так вот просто. Поэтому давайте вот сюда вот поставим пару росточков, я думаю, 3 росточка достаточно, они, ну давай 4 даже поставим, и в принципе они должны все вырасти. Блин, что-то я тут стою и опять не захотелось есть, ребятки, морковочка, иди сюда. Понятно, улетела, видимо, моя морковочка. А, может, я ее подобрал, короче, я уже не заметил. Блин, как-то все равно мало огородов, если честно. Давайте еще вот сюда вот забабахаем огородик. Я думаю, лишним здесь уж точно не будет. И на этот раз вырастим картошку. Ну, для разнообразия картошку. Ну, ё-моё, блин, ребят, ну как так? Давайте, да, как бы сделаем. Ну и вообще вот тут вот тогда уж тоже все заделаем. Так сказать, что-то я тупанул, сделал слишком маленькую ферму. Я не хочу голодать, не-не-не. Поэтому давайте засадим картошечку. Морковочка тут у нас уже растет, картошечка тоже, короче, блин.
Блин, все шикарно, все красиво. Я бы еще, конечно, дед, твой дом немножечко переделал, потому что он весь из земли, как-то, ну, некомфортно в таком жить. Я бы лучше сделал, естественно, из дерева, потому что это намного круче, намного интереснее. Так, ну, в принципе, я тебе все предметы вернул, я могу выходить с карты. Ох, спасибо тебе за помощь, я не знаю, что бы без тебя делал. Ну не знаю, своей бы больной спиной, наверное, пошел бы сам все это дело, я не знаю. Но бывает приятно познакомиться, так сказать, случайно зашел не на тот скайблок. Ладно, я выхожу, все, давай, удачи, пока. Да, пока, спасибо. Давай, пойду скачаю нормальный скайблок. Так, ребята, выходим. Ох, ребята, немного, конечно, в шоке с такого знакомства, но ничего страшненького. Неожиданно получилось, впервые у меня такое. Ну ладно, пойду теперь скачаю нормальную карту и спокойно повыживаю. Ну а с вами, ребят, я прощаюсь. Не забывай ставить лайки и подписываться на мой канал. Смотрите, какой персонаж. Ну, что мне смешной, да? Всем удачи, всем спасибо, всем пока!